Здорово, ребят, с вами Алексей, и мы продолжаем прохождение «Одни из нас». Где мы находимся, я не знаю, городок какой-то тихий, пустой. Мы направляемся к Биллу, если не ошибаюсь, дружок Джоэла. Так это получается. Лук? Наверняка. Ого. Так, он оставил мне стрелы, но это всего лишь стрелы. Лука у меня нету. No trespasses. Я не могу почему-то. Trespassers. Такого слова я не знаю. Как переводится, тем более не знаю. Так, я подозреваю на этот грузовик. Да? Ну да. Но пока все без проблем. Сейчас еще пройдемся по доске, надеюсь, она не сломается. Идешь? Опа, стоп, 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 стоп. Погоди, подожди, верни. Ну нифига себе. Подвинуло меня просто, вообще взяло. Так, очень полезная вещь, скажем так. Смотри-ка. Отдай его мне. Я неплохо стреляю. Давай стрелять буду все-таки я. Я могла бы защищаться, прикрывать тебя. И не мечтай. Я бы дал, если честно. Почему бы и нет? Слишком много оружия у меня, реально. Так, я ничего там не оставил, да? Пистолет тут, лук тут. Так, бутылки здесь. Так, ну я и спрою его, прежде чем начну брать оружие в руки снова. Ну, то есть пистолет. Все чисто, залезай. Давай. Жду, не дождусь. Тут, скорее всего, прыгать мы не будем, но... Блин, не знаю даже. Думаю, что нет. Да, видок. Обшарпанный городишко. Чё думаешь? А, подожди, я вот что думаю. Неспроста эту палку можно было взять. Не-не-не-не, спустись, спустись, спустись. Она сослужила на небольшую службу. Пожалуй, сработает. Сейчас будет еще. Не-не-не, зачем ты, блин, спускаешься-то, а? Так, пойдем. Так. Вот так. И заметьте, доска всегда ровная, чистая, прям от края до края. Прям сделано специально для этого. Ну, разумеется, так оно и есть, но вот делали бы, не знаю, как-то реалистичнее, что ли. Чтобы она была больше там или... Допустим, не подходила. Опять. Я бы нашел другую. Не спускайся. Нет, нет, нет. Я еще не спустился. Зачем ты спустилась, а? Зачем? Попробуем эту штуковину. Так. Удерживая, чем дольше вы держите кнопку, тем сильнее натяжение. Ага. Сдохни. Все, готово. Черт. Все окей. Теперь слушай. Предупреждаю заранее, Билл не самый адекватный человек. Поэтому, когда мы его найдем, говорить буду я. Поняла? Поняла. Это хорошо. Это очень важно, он не любит чужаков. Ладно. Билл нормальный мужик. Просто ему нужно время, чтобы к тебе привыкнуть. Вот и все. Ну, посмотрим, что. Как он вообще будет. А в этом месте, я так думаю, нам нужно кого-нибудь сюда позвать, или я просто
обойду ее. Пройду под ней. Дальность у меня слух хорошая, но я никого не вижу. Никого не слышно, поэтому лучше пройдем. Без палева. Слышал. Я, пожалуй, отойду отсюда. Бляха-муха. Я туда не пойду. Наверное. Наверное, нужно, я не знаю. Тут как бы некуда больше идти. Что здесь? Да ничего. Залезли и спустились. Блин, видишь? Растяжку вижу. Что мне с вами сделать нужно? Отойди в сторонку. Так. Сейчас будет бум. Я так думаю. Не, мимо. Как прицелиться-то? Во! Ни хрена себе! Офигенные штуки! Ну, как вариант. Офигенные штуки. Ну, как вариант для... Не знаю даже. Типа мина такая, знаете. Блин, чё, всё? Как только я пришел, то сразу это самое? Может, найду что полезное. Да я никого не вижу. Друг, когда я помру от инфаркта? Не волнуйся. Да, ты чё? Под контроль. Я так думаю, там никого сейчас не будет. А кто тут мог быть-то? Ну, обычный, блин. Щелкун, не знаю ли. Самый обычный зараженный, который все видит, все слышит. Тоже мог долбиться. А теперь послушаем. И никого не услышим, конечно же. Так. Что за бумаги? А, это репки, скорее всего. С помощью них я смогу сделать коктейль молотова. Или, возможно, аптечку там, если можно. Ёб твою! Пошел нахер! Что за... Господи! Я чуть в штаны не наложила. Ну, раз уж мы здесь, давай осмотримся. Да ничего страшного, по идее, не случилось. Очередной зараженный, который я получил... Люлей. Рэйчел? Посмотрим. Записка для Рэйчел. Рэйчел, солдаты обходят дома и загоняют всех в автобусы. А, кричат уже в соседнем доме. Скоро придут и за мной. Я пытался звонить, пытался ждать. Я не знаю, что делать, но времени уже нет. Я собрал почти все наши вещи. Буду ждать тебя в карантинной зоне. Постарайся меня найти. До скорой встречи. Эзра. Так, писали Рэйчел, да? Думаешь, они нашлись? А я откуда знаю? Я надеюсь, что да. Ну, я так полагаю, что их не нашли. И они там подохли. Ну, просто предположение. Так, 5 таблеточек, да? Всего 5. Ну, хоть что-то, я не знаю. А, ну да, ты долбился, да? Он долбился, потом вылез. Кое-кого напугал. Но не меня. Ну, все. Не зря зашли. Отсюда. Понятно. Лестница наверху. Так, это, по-моему, неспроста. Обойдем, да? Ловушек больше не видно? А, не видно, конечно. Эту растяжку уже как бы сам... Я не умею как бы почему-то прыгать. Так, мне бы маленечко выше, как бы, сделать. Так, видишь? Назад. Вот и все. Ничего сложного. Идем. Кирпич. Для кого? Никого нет. Как всегда. Я замечаю, реально, на улице вот никого нету вообще. Только в зданиях там маленечко. Держись рядом. Так. Там кого-то слышно, нет? Никого не слышно. Ничего полезного нет. Опа, стоп. Прежде чем мы должны ящики все проверять.
Патрончики есть. Идем дальше. Эли, за мной. Что такое? Воу-воу-воу! Офигенно! Я сейчас! Да, тебя бил! Ловушка очередная! Что случилось? Ловушка! Еще одна гребаная ловушка! А, что делать-то? Вон холодильник! Это противовес! Сейчас! И что с ним сделать надо? Отрежь лучше этот самый, я не знаю, как-нибудь там. Офигеть просто. Тебе надо перерезать веревку! Вот-вот. У тебя есть чем, нет? Найди. У меня возьми. В рюкзаке. Я с собой, да? Сио! Вот это же! Вы ты серьезно? Вот они. Так. Давай. Чтоб вас всех. Ай, патроны. Уйди, тварь. Я нажимаю как могу вообще, он нифига. Все. Куда лучше уже. Так, ща. Подожди маленько. Все, не живой больше. Блин, отбиваемся как можем, а. А вот это уже нехорошо, потому что мне, скорее всего, хана. От них не спастись никак. Это мы знаем. Ждем еще. А издалека можно, нет? Не знаю даже. Дохни. Ай, уйди. Уйди, говорю. Хедшот. Перезарядка. Вот именно сейчас, да? Фу. Это было жесть. Сейчас явятся. А что он там стоит-то? Ждет. Что-то стоит, дрыгается. О-о-о. Только маленькая неправильная. Цела? Да. Продолжай. Давай. Вот, лови. Что-то долго-то, а? Спасибо. Такой толстый кран, что ли? Давай. Я жду. Блин, мимо. Я что пас? Патрончики. А чё они стоят? Чё они ждут? Это довольно странно. Я, конечно, не за, но все равно. Походу кому-то хана. Ты сдохнет. Да, я помогаю, как могу. Помоги! А, жесть. Он не дохнет. Пусти! Уйди, тет, не ее. Когда ж ты сдохнешь-то уже, а? О, наконец-то. Ой, бляха-муха. Знаешь, он не дохнет. Наконец-то, патроны кончились, по-моему, уже. Ай! Уберите его! Кто уберет-то его от меня? Я сам только. Опа! Офигеть! Это Билл, что ли? Понятно. Так мы бежим или как? Ой-ой-ой-ой. Ты уже сам, да? Это щелкуны же. Щелкуны. Давай, веди. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
Ой-ой-ой. Где чё? Вижу. Ай, ты тварюга! Чё-то я не понял. Скорее всего, мне нужно было бежать за ним, да? То есть, как бы... Да, как-то вот так. Сможешь нет его убить там? Так, что у меня есть? Есть кое-что. Да все уже. Да, я думал, мы это как бы это самое, убежим. Отбиваться не будем. Молодец. Куда сюда? Они ведь пробиваются уже. Почти пришли. За мной. Черт. Они приближаются. Давай, залезай. Я что? Время мало. Надеюсь, я не сдохну опять. От чукуна. Блин. Пронесло. Вы наш герой-спаситель. Я Элли. Эй, вы что? Джоэл! Эл, ты спятил? Что такое? Эл, пусти! Быстро на колени! Успокойся, я сказал... Он офигел, что ли, совсем? Я не шучу. Вот зараза. Мы же вместе быстрее были. Укусы есть? Нет. Что-нибудь растет? А вот у меня нормально. Есть. Отвали! Сиди и не дергайся. Молодец. Ты паскуда! Доволен? Сам я виноват. Доволен. Вы заявились ко мне, разрядили все ловушки, чуть не сломали правую руку. Нахрена ты притащил эту соплячку? Не твое собачье дело, а ты кое-чем обязан Джоэлу. Может, снимешь с меня эту хрень? Я обязан Джоэлу. Это что, шутка? Перейдем к делу. Нужна тачка. Да, точно, шутка. Тачка им нужна. Да... Даже если б и была у меня тачка, с чего бы мне ее отдавать? А? Ну, что-то, видимо, ты не задолжал. Пойди, возьми. И последнюю жратву тоже прихвати. Ну, тут от тебя точно не убудет. Послушай, засранка. Да пошел ты, старый хрен. Элли, сейчас же закрой рот. Ясно? Я, конечно, все понимаю, но она маленькая уже это самое. Преувеличивает. Настолько же. Настолько, Билл, настолько. Обязан чем вообще? Все равно машины на ходу нет. Но в городе должна быть. Части. Там только запчасти. Значит, из них можно собрать тачку. Да ведь? Можно? Ладно. Я возьму за это. Ах. Но мне нужны детали. Так. Они в городе, вот здесь. Вы находите так. Их, а я постараюсь собрать вам тачку. Ну, только после сделаем, наверное. Мы в расчете. По рукам. Все равно мы со дня на день сдохнем. Так, за мной. В городе до хрена ловушек. Так что не отставать. Вот радость-то. Прекрати. Расслабься уже. Так вот, нашибило. Берите все, что может пригодиться в пути. Советую запастись по полной. Не самый теплый прием, конечно же, но... Смотри, нет ли чего полезного. Ага, договорились. А я уже нашел. Сыщик из нее не очень. Так, это самая палку вижу. Но у меня уже есть своя, да? А чтобы сменить оружие, у меня что есть вообще? У меня лук. Что это такое? Сыпется там? Короче, у меня есть палка. Вот видите там? Вот она. Живая еще. Поэтому нет смысла менять. Так, благодаря справочникам вы сможете создавать более эффективные предметы. Ножи улучшены. Почему, интересно? Справочник по ножам, том 1. Повышение надежности ножей. Заточка позволяет уменьшить усилия, прилагаемые к ножу при использовании. И тем самым продлевает жизнь инструмента. Так, используем один нож для другого ножа. То есть, получается, из-за этого мы улучшили, да? Ты чё?
Чё-то ты маленько лагаешь. Так, карта био. Посмотрим. Я в ней как бы особо не разбираюсь. Ну, карта краткая био. Я понял. Так, а что я могу сделать теперь? Вау. Целых 30, блин. Скорость лечения, скорость создавания предметов. Мне очень надо мастер ножа, по идее. Или колебания уменьшает колебания оружия. Что это означает вообще? Типа отдача уменьшается, или как? Так, ну блин. Как бы постепенно надо улучшать то, что можно. Дальность того самого. Так, создание предметов, лечение. Да не-не-не. Короче, я пока подкоплю себе еще. Уйди-ка. Палка мне не нужна. А возвратиться... Так. Комнатка. С телеком, только телек не пашет, конечно же. Что обидно. Так, ну стоп, я... Записка о чем? Неважно. Так, это самое, что я могу сделать? А, вот могу заметить оружие какое-то у меня есть ближнего боя, не знаю. Нашел? Улучшаем. О, улучшили. Не знаю, чем я ее что улучшил вообще. Возможно, я ее починил. Не то чтобы улучшил. Так, аптечку. О! О! То, что нужно. А хрен больше нельзя. Так, с таблетки я пока что тратить не буду. Артефакты, учебники мне не интересны пока. Да не, убери потом все. Пистоль самая важная вещь пока что. Ну, в принципе, я набрал все, если что можно, по пути-то. Больше ничего не вижу. Так, за столом, может, что есть еще? Да, не нашел ничего. Не вижу. Ну, все нашли? Да, продвигаемся. Все, Жали, пошли. Не оставляй дверь открытой. Ладно. Нужно перебраться в то здание. Давай, по лестнице. Только не отставай. И как же я позволил втянуть себя в эту хрень? Нужно было их просто там бросить. Он правда какой-то странный? Да, тот еще тип. Ну, что есть, то есть. Подожди, я скажу на второй этаж. Ну, в комнату на втором Можно этаже. Можно я посмотрю? Там нет ничего нужного. Ну. Бери, что хочешь. Спасибо. Беру, что хочу. И без твоей это самой. Я видел группу охранников. А, группу охотников в опасной близости от города. А, к счастью, зараженные их отогнали. Не забудь поставить больше предупреждающих знаков. Пусть знают, что у нас все серьезно. Так, то есть какие-то охотники приближались к городу. К какому городу, интересно? К этому, что ли, получается? А охотники на кого? Ладно. Тут чё, а по-любому что ты ничего. На этот раз влип? И где Тесс? Подрядился кое-что доставить. Нет, Тесс. Эту соплячку. Да пошел ты. Нормальная реакция. Да хрена мы с ним связались? Куда мы идем, Билл? Другое убежище. Там склад оружия. Мы? И ты чинить собрался? Билл, слушай. Слушай, где чё? Найдем оружие. Валяется же везде по пути. У меня есть, могу поделиться. Лук дать. Допустим. Не знаю. Чё ещё нужно? Такого особенного. Бита. Ну, понимаете, у меня уже есть оружие. Оно целое, я его либо починил, либо улучшил. Скорее всего, починил, потому что улучшаем мы на столе. На особенном столе. Сами знаете, каком. Так. Слышите? Внутри. Я тоже слышу. Я давно собирался с этим разобраться. Не парься. Ты
Так и не ответил, куда подевалась Тесс. Я думал, вы с ней не разлей вода. Она занята. Ну, о, да, занята. Ловушка, как я понял, да? А мне-то... Ой, фу. Кажется... Да. Что вы, голубки, того? Может и так. Того? Ну, это ты того и... уже совсем, по всей видимости. Он грозно на него уронил, типа, таким, тем самым. Ай. Так. Слушай, а почему бы не починить эти машины? Ты юный гений? И как это я не догадался, что можно починить эти машины? Да ладно, не говнись. Шины прогнили, аккумуляторы сдохли. Все сказал? А что там творится под капотом, даже думать страшно. Аккумуляторы сейчас делают только военные. Начинаем. Слышите? Может, просто уйдем, я не знаю, убежим, потому что двигаться... Я не знаю. У меня есть чем драться. Да, блять, уйди, скотина. Порубил. А вот тебя... Да твою мать! Как обычно, вот с ним вообще не справиться не получается. Ах, блин, грёбаные щелкуны. И никого, заметьте. О, ну щелкуна я убил, конечно же. Я ее сломал, что ли, получается? Потому что у меня ножницы пропали на ней. О, любой ценой. Я зря ее кинул, потому что никого. Ну, ну одного. Еще раз проверим. По-моему, зацепил, то. Упустишь малейшую хрень, потом будешь расплачиваться. Ты все понимаешь. Нужно взять все припасы со склада. Да. И оттащить теперь он говорит изгороди. Сам собой. Снова. Да. Потом ты. Билл. Джоэл. Сюда. Ой, бля. Лезем. Ладно, идем дальше. Так, кирпичи мне нужны вообще, нет? Ну, не так важно. Убери его. Окей, отбились. Очередная волна. Ну и местечко ты себе выбрал. Ну, эти твари, конечно, мерзкие, но от них знаешь, чего ждать. Обычные люди куда страшнее. Кому может, как. Может, ты-то должен понимать. О чем он? Неважно. Думаешь, не откроют? Ключа у них нет. У кого? А к кому мы идем-то, я забыл. Ну, хрен его знает. Куда нам? Нам в погреб. Угу. Кто открывает? Ты? Я? Понятно. Теперь сюда. Ну, пришли, чтоб ничего не трогало. А ты дверь закрой. Нормальное местечко. Выбирай. Не-а. Но мне пушка нужна. Еще чего? Джоэл, я умею стрелять. Нет. А откуда все ты умеешь-то? Стой здесь. Ну, он настаивает, я не знаю. Ладно, я, может, и дал бы, но... Буду просто ждать, пока меня убьют. Сдается мне, это худшая работа, за какую ты брался. Есть такое. И как же ты сдала себя на это уговорить? Это ее идея. Правда? Ну, значит, мы продолжаем ее идею. Как мне казалось. Ну, хер с ней. Отведи ты эту девку туда, откуда взял. Ее нельзя отвезти назад. Тогда брось, пусть сама нет добирается. Пути назад. Расскажу тебе историю. Жил-был человек, о котором я заботился. Mm. Типа партнер. И я носился с ним. Но в нашей жизни это все ведет к одному. К могиле.
Что я сделал? Да просто поумнел. И научился думать о себе. Билл, это все не так. Хрен там. Все так и есть. Эй! Что я тебе сказал на лестнице? Что сказал? Да я тут просто стопку поправила. Не смей трогать! Засрок. Помяни мое слово. Будешь с ней нянчиться, это выйдет Билл, тебе плохо. Давай просто закончим это дело. Упрямая она вообще, жесть просто. Давай закончим. Ладно, получили мы пушки, пойдем теперь за инструментами, за деталями для машин. Насколько я понял. Дробовик. Так, у меня уже и ружье было. Теперь дробовик, револьвер, а обычный пистоль. Посмотрим мы на нее уже в следующей серии. А пока что, я думаю, мы закончим. Спасибо вам за просмотр. Не забывайте про все остальное. Сами знаете про что. В общем, всего хорошего. До встречи. Еще увидимся. You heard the king as the urchins sing. Revenge solves everything. Tonight I'm bringing Dunwall to life as I walk on water through walls of light. You heard the king as the urchins sing. Revenge solves everything. Tonight I'm bringing Dunwall to life as I walk on water.